Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Вы сегодня уже коллеги-строители. Я очень благодарен за возможность выступить перед теми, кто выбрал такой вуз, выбрал такую профессию. Я скажу, что, и повторяю каждый раз, когда прохожусь как студентом, прошло уже много лет, и каждый раз, переступая порог академии, для меня еще института, я волнуюсь. Хотя здесь уже часто бываю, защищался, и это очень хорошая профессия. Вам повезло оставить свои мысли, свои идеи в камне, или в бетоне, или в стекле. Для последующих поколений это очень ответственно, с другой стороны, очень радостно. Я думаю, что, осмотревшись за студенческой скамьей, вы поймете, что перед вами прекрасные педагоги, вас научат принимать правильные решения, из множества сложных проблем выбрать главную и решать их в первую очередь. Вас научится пользоваться правильной литературой. Время очень быстро идет, меняются нормы строительные, меняется законодательство, меняется мода, входят компьютерные технологии. Это все нужно успевать, и вы увидите, вам здесь будет это делать легко, потому что здесь есть право творчества. Я бываю на защитах дипломных работ, и поверьте, не каждое учебное заведение может создать такие условия, чтобы защита дипломной работы шла, допустим, представителями трех вузов или четырех вузов одновременно. Я не говорю, смертных профессий, это у вас уже стало нормой. Вы выбрали очень хорошее учебное заведение. Я от себя хотел бы прежде всего поздравить вас с тем, что вы в этом году сделали правильный выбор и приняли одно из самых важных решений в жизни каждого человека. Потому что действительно строительная академия – это тот вуз, который дает путевку в жизнь. Это вуз с славными традициями. Строительная отрасль – достаточно консервативная отрасль в том плане, что создает серьезный базис для дальнейшей трудовой деятельности. И в то же время на сегодняшний день это одна из самых бурно развивающихся отраслей. Нужно особо отметить потенциал международной работы, которая имеется в нашей академии. Пользуясь тем, что сейчас практически 100% первокурсников находится здесь, я хотел бы еще раз два слова сказать о этих возможностях, потому что, ну, может быть, кто-то не решился, кто-то не слышал о том, что в нашей академии есть уникальная возможность, обучаясь здесь, заложить базу для получения второго зарубежного диплома. Франции, Германии, Швеции там, и других европейских стран, как правило. Для этого у нас существует несколько международных проектов, в которых идет углубление изучения иностранного языка и преподавание целого ряда дисциплин на иностранном языке. Возможность участия в этих программах также поддерживается различными стажировками зарубежными. У нас свыше 100 человек ежегодно ездит на длительные стажировки за рубеж по всей Европе. Поэтому я хочу вам сказать, что потенциал, который есть в этой академии, он огромен. По большому счету я вам завидую, потому что когда я учился здесь, таких возможностей, конечно, не было и близко. На сегодняшний день это вам позавидуют все остальные ваши друзья, потому что ни в одном вузе таких возможностей нет.